Сегодня Кася особенно грустила, и у нее был заплаканный вид. Я никак не могла понять, в чем дело, ведь мы уже вылечили глазки. Как вдруг она начала звать меня на диван. Я так и не поняла, в чем дело, но Кася очень беспокоилась и отчаянно просилась ко мне. Когда я подняла ее, она показала трейлер фильма «Пальма» про питомца, которого оставили в аэропорту. И я была просто в шоке. Кася меня успокоила и намекнула, что это добрый фильм, и он уже вышел в кино. Спасибо, Кася, ты мой самый преданный друг. Обязательно посмотрю.